Уверенно, четко, громко, слаженно. Еще совсем недавно честь школы номер 2 на конкурсе «Строя и песни» отстаивала всего лишь одна команда из 19 человек. В этом году ситуация изменилась кардинально. За последние 15 лет первый раз. То есть до этого были только окружные конкурсы. Но мы решили охватить более широкий спектр учащихся. Потому что выступала только одна команда. Это 19 человек юноши, 10-11 класс. А теперь мы решили с 5 класса. И так уже конкурс будет традиционный. И до 10-11 класса ребята будут уже все хорошо маршировать. Смысловая нагрузка на смотр «Строя и песни» ложится большая. Его участники будут не только чеканить шаг, но и обогатятся духовно, узнав больше патриотических песен, с которыми русские солдаты и офицеры шли защищать родину. Целью этого конкурса является воспитание патриотизма в учащихся, формирование любви к нашей российской армии, к традициям нашего государства, к родине в целом. Ну и, конечно же, обогащение их культурного уровня с точки зрения знания патриотических песен. Критерии оценки курсантов разные. Жюри учтет все до мелочей. От вокальных способностей до строгости выправки. Критерии оценивания заложены различные аспекты. И такие, как качественное исполнение песни, это первое, естественное. Второе, это, конечно же, строевая подготовка, как ребята умеют маршировать, как они умеют взять дыхание, как умеют соответствовать ритму. Конечно, здесь мы будем смотреть и на форму их одежды, на то, насколько в них развито понятие внешней эстетики, насколько они умеют себя подать, преподнести. И, конечно, какой же смотр строя, если нет здесь никакой роли командира. Победители смотра «Строя и песни» были награждены почетными грамотами и дипломами. Елена Петрова, Александр Симонов, Муромский, Меридиан.